По традиции, сезон фонтанов в Запорожье 26 апреля откроет фонтан жизни на площади Маяковского. Вслед за ним коммунальщики запустят и все остальные. Сейчас работники коммунального предприятия «Титан» к весне приводят в порядок 36 объектов. На сегодняшний день, в принципе, готовность фонтанов, если можно так в процентном выражении, готовы на 60-70%. 1 мая все фонтаны, расположенные в центральной части города, будут запущены и опять будут в течение всего лета, весны, лета, осени радовать жителей города своей красотой. Но для этого коммунальщикам даже придется спуститься в подземелье. Вот так выглядят лабиринты фонтана на площади Фестивальной. Всю красоту, которую мы видим сверху, обеспечивает дежурный. Он следит за исправностью механизмов, а с помощью вот таких специальных пультов регулирует напор воды, высоту строй и светомузыку. Пока фонтан только готовят к запуску. Работники «Титана» заняты ремонтом и проверкой всех систем. Идет ревизия системы управления фонтана, электрооборудования, двигателей, ревизия светильников, монтаж насосного оборудования, задвижек. Заодно ремонтируют фонтанные чаши, закрывают трещины, восстанавливают плитку. И жалеют только об одном. Не все запорожцы умеют ценить красоту. Одни рисуют на парапетах, другие бросают в воду, что попало. Есть и третья категория. Это любители купаться в фонтанах. Такое увлечение в «Титане» называют опасным для жизни. Фонтан – это не только вода, это и напряжение, электричество, скользкое дно. Это трубопровод, который его не видно, но можно пораниться. Это высокое напряжение. То есть это возможен даже и смертельный исход. Куда безопаснее, говорят в «Титане», просто любоваться фонтанами или фотографироваться на их фоне. Тогда и воспоминания о прогулках по городу будут только приятные.